Айвазовский – один из ярчайших представителей русской школы живописи начала XIX века и, пожалуй, самый выдающийся маринист. Он родился в 1817 году в Феодосии, юность провел в Симферополе. В 16 лет поступил в Императорскую академию художеств в пейзажный класс, и уже первые его картины, представленные в 1835 году на отчетной выставке учебного заведения, получили признание критиков. Спустя еще 2 года юный живописец был награжден большой золотой медалью за 3 своих полотна с изображением морских пейзажей. Вскоре Айвазовского приглашают работать в Крым. По возвращении в Петербург он становится академиком Императорской академии художеств, затем направляется на службу в качестве живописца в главный морской штаб, где пишет свои самые выдающиеся картины, в числе которых «Радуга». На этой картине Айвазовский использовал любимый вид композиции. Он накренил морской пейзаж таким образом, чтобы зритель ощущал себя вовлеченным в изображенное действие. Горизонт скрыт за высоким валом. Суровое грозовое небо практически слилось со стихией океана, и лишь лучи света, рассыпающиеся радужными оттенками в толще соленого воздуха, вселяют морякам надежду на спасение. Они предвестники долгожданного штиля. Полотно потрясает своим тонким изящным колоритом, светлыми, мягкими и чистыми оттенками.